Ну, я вам расскажу, как определить на глаз, потому что не у каждого есть специальная аппаратура, приборы. То есть, грубо говоря, 5000 это считается самая поддельная денежная купюра. Как ее определить? Можно даже и на глаз. То есть получается, что герб при изменении угла, он меняет этот цвет. То есть если поменять, то от малинового до золотистого. На широкой ленте просматриваются две большие буквы R. То есть при изменении угла оборота обзора, она меняет оттенок. Также, например, на билете Банка России, расположенной наверху, нанесена специальная перфорация, предназначенная для людей со слабым зрением. Что самое главное? Важно обратить внимание на уголки, то есть любой 5000, 2000 или 1000 купюры. Они сделаны в основном из двух половинок. То есть сразу раз, 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 они склеиваются.